Приветствую, дорогой слушатель, микрофона Костя Суханов. Сегодня мы продолжаем полюбившуюся серию «Сибирские рассказы» Дмитрия Наркисовича «Мамина сибиряка». Рассказ интересный о знахарке, тайге, болоте. Поэтому не будем откладывать в долгий ящик. Единственная просьба – обязательно как-то прореагировать лайком, комментарием, на который я отвечу лично. Ну и так далее. Поехали. Серия Сибирские рассказы. Всю серию можно послушать в отдельном плейлисте на YouTube-канале. Актер Костя Суханов. Рассказ семнадцатый. Дмитрий Мамин Сибиряк в болоте. Есть целый ряд заросших озер. Если смотреть на них откуда-нибудь с возвышенности, можно отлично видеть сохранившийся уровень воды, линию берега, острова. Замечательно то, что образовавшиеся торфяные болота сохранили прежний водяной уровень, тогда как обыкновенно он понижается в виде широких ложбин и неправильной формы ям. Ходить по такому заросшему озеру опасно. Почва так и колышится под ногами. Точно идешь по натянутому полотну. В других местах нога проваливается совсем, кое-где еще сохранились ползатянутые осокой и лопушником глубокие озерные окна, которые даже не замерзают зимой. Растительность на таких мертвых озерах совершенно особенная. Тоже какая-то мертвая жесткая сока ситник белоус мхи разнообразный кустарник начиная со смородины по краям кончая вербой особенно замечательны болотные сосны березы по которым сразу узнаешь настоящее болото деревья здесь превращаются в жалких карликов точно золотушные дети Но между тем таким карликом бывает иногда лет за сто Болотная дичь любит эти мертвые места и плодится здесь во множестве, тем более, что есть такие болота, которые решительно летом недоступны охотникам. Раз утром в конце июля я долго бродил с собакой по берегу такого болота, еще находившегося в периоде зарастания. Торфяной слой залег всего на глубине полуоршина, а поверхность представлялась редким качкарником с водяными просветами. Под водой отчетливо можно было рассмотреть пестрый ковер прошлогодних водорослей. Точно дно было выложено деревянной коричневой мозаикой. В девять часов уже сильно парило, небо было совершенно безоблачно, и от болота поднимались тяжелые испарения. Становилось просто душно, и время было подумать об отдыхе. Собака тоже устала и смотрела на расстилавшееся болото ленивыми глазами, опустив хвост. Недалеко высилась каменная горка с сосновой гривкой наверху и зеленая опушка из рябин внизу. Я направился к ней, чтобы отдохнуть где-нибудь в тени у ключка. Я забыл упомянуть о страшном враге, который гнал нас из болота сильнее солнечного зноя. Этот враг — болотный комары. Это машка, бессовестно лезшая в рот, в нос и даже в уши. Приходилось постоянно отмахиваться, причем враг исчезал, как дым, а лицо, руки и шея начинали просто пухнуть от бесчисленных укушений. Люди с чувствительной кожи иногда возвращаются из такого болота с совершенно вздутыми лицами, так что даже глаза заплывают. Но, конечно, привычка и некоторая опытность предохраняют несколько от подобных превращений. Шлепая по болоту, я думал с особенным удовольствием о разведенном огоньке куреве, который разгонит болотных разбойников. Но в этот момент собака глухо заворчала, предупреждая о присутствии чужого человека. О десяти шагах от меня, по колено в воде стояла низенькая старушка с глубоко надвинутым желтым платочком на голове подоле желтого сарафана надержала пучки какой-то желтоватой болотной травы. Какая-нибудь деревенская знахарка, мелькнула у меня в голове. Бабушка, где здесь найти ключик? Спросил я, подходя к старушке. А, вон сейчас под горкой, милый, вон черемуха где. Приветливо ответила знахарка, нагибаясь за новой травкой. «Спасибо, бабушка. Травку собираешь?» «Травку, барин, травку. Хорошую травку». Я поплелся вперед к указанному месту, но старуха меня остановила. «А там, барин, у ключика-то у меня внучка махонькая покинута», — предупреждала она, заслоняя морщинистое высохшее лицо от солнца рукой. «Вот, песик-то твой не напугал бы». «Хорошо, бабушка, не испугаем». «Спит она, внучка-то». Под кустом черемухи я действительно нашел и ключик, и спавшую внучку. Место было прелестное, но можно было пройти в двух шагах, не заметив его. В глубине сцены высился скалистый гребень, обросший молодым сосняком, а ближе к воде тянулась опушка из черемухи, рябины тальника. Нужно было раздвинуть ветви низкой черемухи, чтобы попасть на неправильные формы лужайку, поросшую густой зеленой травой. Ближе к болоту, где сочился из земли светлый, как горный хрусталь-ключик, была сделана даже ямка в песке и обложена по краям пестрыми камешками. Очевидно, старушка знахарка частенько бывает здесь. Найти спавшую девочку было тоже довольно трудно, хотя она спала почти совсем на виду, в тени той самой черемухи, на которую указывала старушка. Это была совсем еще маленькая девочка лет четырех. Она спала прямо на траве, покрытая поношенным ситцевым фартуком, из-под которого выставлялись только босые ножки, покрытые грязью и царапинами. Устроить курево было делом минуты, скоро едкий соломенный дым потянул кверху столбом, потому что день был безветренный и воздух стоял не шелохнувшись. Я с наслаждением напился ключевой воды, умылся и, не торопясь, принялся готовить охотничий завтрак из убитых куликов. — Дай-ка я, барин, тебе сама изжарю пташек-то! — проговорил за мной голос знахарки. Я даже вздрогнул от неожиданности. Сконфуженная собака, прокраулившая подкравшуюся старуху, зарычала не на шутку и долго не могла успокоиться. Теперь я вспомнил, что я Давича совсем не заметил старухи, хотя она бродила по совершенно открытому месту и в момент встречи, как и теперь, точно выросла из земли. Признаюсь, меня всегда пугают эти неожиданные молчаливые появления, вырастающие из земли, как тени. Я каждый раз несколько времени испытываю неприятное чувство человека, который бродит в темноте. И неожиданно наталкивается на совсем незнакомые предметы. Пока я передумывал все это, знахарка с каким-то ласковым шепотом выложила собранную траву около спавшей внучки, а потом принялась за моих куликов. Она, очевидно, умела обращаться с этой дичью, хотя крестьяне болотной дичи сами никогда не едят, считая ее поганой. Меня заинтересовало это обстоятельство. Бабушка, ты это где научилась куликов-то жарить? Спросил я, вынимая еще двух на ее пай. Не, нет, барин, я не ем. Никакого мяса не ем. Отказалась старушка и как-то печально улыбнулась. А где я научилась куликов-то жарить? старая я, барин, больно старая, мало ли чего знаю. Да, старая, даже на что комары те не едят. Ха -ха. Тебя вон как накрасили, а меня не едят, потому и комар свой укус знает. Одно старое, другое молодое. Знахарка опять улыбнулась и, не торопясь, принялась завертывать куликов в широкие листья какой-то травы, а потом зарыла их в залу. Я рассмотрел ее подробно только теперь. Сгорбленная, но еще бодрая. Она была одета в поношенный темный ситцевый сарафан и такую же рубашку. Большой темный платок покрывал голову вместе с загорелой морщинистой шеей. Ноги были босы со следами болотной тины. Сморщенное лицо смотрело ласковыми светлыми глазами, сохранившими еще таившуюся в них искру жизни. Когда-то это лицо, вероятно, было очень красиво, потому что и теперь еще не утратило известной приятности, особенно когда старушка улыбалась такой хорошей, спокойной улыбкой. Очевидно, она умела водиться с господами и держала себя с тем ласковым достоинством, с каким умеют обходиться заслуженные старушки-няни. Обыкновенные деревенские старухи как-то дичатся незнакомого барина и постоянно охают и стонут или ворчат. «Какую-то ты, бабушка, травку-то собирала в болоте?» — спросил я, когда кулики были уже готовы. «А? Травку-то?» А, — Хорошая блажья травка. Петров крест прозывается. Старушка принесла несколько стебельков и подала мне. Петров крест походил на ландыш, только был длиннее и имел мясистый белый корень в форме раздвинутых пальцев. «Почему эта травка Петровым крестом называется?» — спросил я, продолжая рассматривать отдельные стебельки. Старушка выбрала один стебель, повернула его вверх корешком и подала мне. Корешок имел неправильную форму креста. Дальнейших объяснений не требовалось». Все книги, которые читает Костя Суханов, можно послушать абсолютно бесплатно в телеграм-канале. Телеграм-канал называется Аудиокниги Читает Костя Суханов. Подписывайтесь и также добро пожаловать в беседку. Это чат в телеграме. Так и называется. Беседка с актером Костей Сухановым. Добро пожаловать. Очень удобно слушать аудиокниги бесплатно и с выключенным монитором телефона. Для чего ж тебе эта травка? А, хорошая травка, барин, пользительная. Помогает во многих болезнях, когда к сердцу подкатит, поясницу ломит от головы. От всего пользует. Одну эту травку собираешь, или еще и другие. И другие травы собираю, которые на пользу. Помогаю, кто попросит. Есть больно хорошие травки, барин. Ах, какие травы есть. Старушка благочестиво покачала головой и тяжело вздохнула. Она сидела на самом припеке и жевала какую-то корочку, которую прикрывала ситцевым платочком. Зубы у ней были еще крепкие, так что слышно было, как она смело разгрызала сухие места. Моя собака, прищурившись, все время следила за ней и несколько раз переводила глаза на меня, точно спрашивая, как ей быть. Курева дымилась по-прежнему, под кустами черной смородины толклись столбом комары, в траве стрекотали какие-то козявки, где-то далеко перекликались журавли. не зной все наливался, и даже в тени не было спасения. Из кустов так и несло тяжелой теплой струей, бросавшей в пот. Я надеялся уснуть, чтобы переждать самое жаркое время дня, но все попытки в этом направлении кончились полной неудачей, и в результате получилось чувство какого-то расслабления, точно после жаркой бани. А старушка все сидела, вытянув вперед ноги, и не думала уходить с солнечного припека. «Бабушка, «Ты жаришься на солнышке», — проговорил я, наконец чувствуя, как мне самому делается пожарче при взгляде на эту жарившуюся на солнце старуху. «Не, милушка, я рада солнышку-то, люблю его. Кровь-то старая не греет, а солнышком ты ей разгоняет. Все бы вот так-то сидела. Хорошо». Больно я люблю это солнышко, милушка. Ждешь, не дождешься его зиму-то зимскую, а как солнышко начало пригревать, я вся по лесу брожу по лугам, по болотам. Да то ли буду ходить, поколь тело своего не изношу. На что она мне теперь? Будет уж. Пожила, погрешила. Да какие у тебя и грехи, бабушка. Так, пустяки какие-нибудь. Старушка пытливо посмотрела на меня и тяжело-тяжело вздохнула. В это время проснулась спавшая девочка. Завидев чужого человека, она сделала серьезное лицо и вопросительно посмотрела на бабушку. Это был прихорошенький ребенок, круглолица, с синими глазками, льняными волосиками, с румянцем во всю щеку, с таким детски серьезным складом пухленького ротика и светлым, чистым взглядом, каким умеют смотреть только дети. В крестьянской среде редко встречаются очень красивые дети, и я с особенным удовольствием рассматривал маленькую внучку. Красавица будет, проговорил я как-то невольно. Старушка вдруг нахмурилась и как-то ворчливо заговорила. Ах, милушка, не нужно это слово говорить, ладно ты сказал. Нехорошее это слово, барин, как нехорошее. Да, «Уж так, видно. Танюшка, милушка, что ты так возрилась на барина-то? Барин хороший. Хочешь поесть-то? Однако, а вот, детка, у меня и тебе припасено было». Ружка достала спрятанный под кустом узелок и вынула из него ломоть белого хлеба. Девочка следила за ней с заспанной блаженной улыбкой и крепко ухватилась за ломоть обеими ручонками. «Что ж я нехорошее такое сказал?» Допрашивал я, когда кусок хлеба был съеден, и Таня опять-таки успела заснуть. Вон и в песнях про красоту поют. «Ах, милушка, милушка, погибель — это самая красота нашему брату Бабе. Да, ты думаешь, я всегда такая-то была? Сморщенная до да желтая, до да старая. Ох, нет, милушка». Красивая была в девках, а замуж вышла еще краше стала. По шестнадцатому годку замуж-то вышла, так оно было, из чего хорошать-то? В Березовском заводе тогда мы жили. Настоящие, значит, Березовские были. А в те времена, ух, как строго было. Казенные были, а тут начальство сторожит, потому и с начальства тоже спрашивали. Давно это, милушка, было, тогда еще тебя и в помине-то не завелось. Вот и присылают к нам в Березовск одного начальника. Павла Александровича. А как прислали его народ, весьма взвыл, волком взвыл, потому больно строг был Павел Александрович, из немцев он. Ну и все требовать зачал, чтоб по закону, а тогдашние-то порядки хуже смерти были. Да и работа эта в Березовске на промыслах была самая проклятущая. Золото добывали по шахтам, в земле, милушка, Робили как черви землю, -то точили, Тяжелая была работа, но ну, а начальство требует, а чуть что сейчас палками. Нынче уж этого нет, а прежде у нас на промыслах за все палками мужиков колотили. Павел Талисандрович больно уж донил тогда весь Березовск и работаю и своими порядками. Пробовали его подкупать как других начальников, так куда тебе приступу нет. «Просто бедовенная беда. Народу-то по прискам тысячи приколотились. Все забедовали». И раньше начальство было, и взятки оно брало, сколько хотело брало, и вообще действовал не по закону. А жилось куда легче, чем при Павле Лисандриче, а он все по закону делал. Да вот поди ж ты, и человек он был все-таки, надо сознаться, очень хороший. Да ему господи царство небесное. Жалобным голосом ставила старуха. Давно уж его нет живности-то, работаю он, томил народ больно. Помаялись, помаялись наши мужики, а ведь тогда по-военному все было. Везде солдаты стояли, казаки. Но старики, которые промеж себя поговорили, посоветовались и вырешили, что надо бы выручать мир, потому всем петля на шею. И избился народ-то. Павел-то все нажимает, нажимает. А я... Я тогда молода была, совсем глупа. Совершенно другим тоном заговорила старушка, мешая угольки в куреве. «Ну, известно, ничего этого не понимаю. Старики так промеж себя говорят, а нам какое дело? Баб разве спрашивают в эти дела мешаться?» «А тут и до меня дошла очередь. Был у меня дедушка, совсем древний старик, под сто годов ему было, и разумом уже начал он мешаться, и все больше с ребятишками возился. Вот этот дедушка и говорит мне, «Матушка, ты бы хоть ягоды продавал, либо грибы. Наши бабы таскают к Павлу Александровичу, и ты бы с ними. Что это, говорю, дедушка, учить меня, у меня свой муж есть. Прошло так малое время, он опять свое, я к мужу. Тот из лица так выступил, да и сказал только всего. Дедушке больше нашего с тобой знать. Бабенка я в те годы была совсем молодая, бойкой на речах. Ну, думаю, коль вы так буду, мол, я ягоды продавать. И точно, наберу кружечку земляники и их Павлу Александровичу снесу. Он сам любил ягоды покупать у баб. «Ну, таким манером покупал у меня ягоды и деньги платил, против других баб даже больше платил, и все наказывал чаще носить. Гляжу я, стал Павел Александрович со мной заговаривать слово за слово, а сам таково крепко в меня всматривается». Глупое место было. Мне бы бежать, а мне это даже приятно было. Ей-богу, глупости больше. Потом зачал он меня пощипывать да заигрывать, а я бросила с ягодами к нему ходить. Дома ничего не говорю, а сама не иду к нему и конец делу. Только дедушка меня опять донимать стал. Ступай, доступай, да но я и повинилась ему во всем, как на духу. «Устоя, — говорит, — надо терпеть, матрёнушка. А муж, — говорю, — а что, — говорит, — муж твой означает, коли тут целый мир терпит. Может, тысячи народу томятся, а?» И пошел наговаривать, и пошел наговаривать. Складно умел такого говорить. Тут уж и я поняла, к чему он речь-то подводит, и даже ужаснулась, а ноженьки мои подкосились, свет из глаз. Конечно, по промыслам бабы везде балуются, а в Березовском это даже совсем ни по чем. А мне-то стало обидно, что у меня свои же в яму толкают. И скинулась я на дедушку, так с кулаками над ним и хожу. Ты такой секой, чему меня учишь, ай? Как у тебя старый язык повернулся, а он на меня...» «Разве, — говорит, — я тебя и за денег посылаю, глупая? Ежели, — говорит, — мир так порешил, потому как у Павла Александрича житья нет. Мир-то больше нас с тобой. Послужи миру-то, твоей вины тут никакой не будет. Я реветь, а дедушка смотрел-смотрел на меня, снял рубаху, повернулся спиной и говорит, «Смотри, дитятка, какие у меня узоры-то нарисованы! Да я не ревел, когда миру надо было послужить! А спина у дедушки вся исполосована белыми рубцами, точно вот обожжена, чем и кости, даже знать, где-то были измочальны палками. Это его палками наказывали, когда он еще в шахте робил и шахту затопил. Потому ему тоже от мира наказ такой был. Ему за это за самое...» пятьсот палок и всыпали. Подневольный народ тогда был, замаяли подземной работой. Вот мир и порешил шахту начальника затопить, а дедушка в штыгерях ходил, его и заставили. Старуха замолчала, с трудом переводя дух, где-то далеко-далеко, как пушечный выстрел прокатился глухой раскат грома, На горизонтом выплывало темное грозовое облачко и быстро продвигалось к нам. Зной стоял прежний, но теперь уме набегал легкий ветерок и качал черемухами и рябинами. Таня проснулась и заплакала. «Слава тебе, Господи!» — крестилась старуха, рассматривая катившуюся по небу тучку. «Давно уж земля дождичка просит, травушка-то больно притомилась». «Что дальше-то было, бабушка?» — спрашивал я, заинтересованный рассказом. «А?» «Дальше-то?» «А, ничего», Павел Талисандрович совсем стишал, точно другой человек сделался. Сначала я ягоды ему все носила, потом грибы, а потом и совсем к нему перешла жить. Давец он был. Ну, я и жила у него. До меня он больно добрый человек. Одевал, дарил, баловал. А я все делаю, как дедушка учил. Все за мир хлопотало. Мужа штегерем сделал Павел Талисандрович. Родню в люди вывел. О, хо хо хо, -хо. А я... От хорошей жизни еще краше стало. Идешь, бывало, по улице, так чужой народ любуется. Кланяться стали, потому что хочу-то и делаю. Большую силу забрала у Павла Александровича. Чудной он какой-то был, прости его, Господи. Сначала-то я даже боялась его, потом привыкла. Так привыкла, что и про мужа совсем позабыла. Вот она красота-то куда завела. Мужа не жаль, а Павла Александровича жалеть начала, точно вот приросла к нему. Даже какая-то злость на меня нашла. Нарочно бывало дразню мужа, чтобы он меня колотил, как других баб мужья бьют. А то, бывало, совесть зачнет мучить, ночи не спишь, Богу все молишься, нет, ничего не берет. Так-то раз мучилась, мучилась, да и порешила». Брошусь от этой жизни в шахту, все одно моченьки моей не стало. Совесть доняла, похудела, задумываться стала. А дедушка-то все уж примечал за мной, что неладно, мол, что-то с бабой деется. Умственный был старичок. Ну раз, я вечерком и отправилась в лес, думаю, брошусь куда-нибудь в шахту. Потому тошнехонька. Иду я болотом, а дедушка мне навстречу также вот разную травку собирал. Пользовал он народ травкой. Увидал меня и говорит, «Нехорошая у тебя на ну, уме, внученька». Я ему опять все и рассказала. Реву и рассказываю, а он слушает и тоже плачет. Вот он тогда и добыл из-за пазухи эту самую травку. Петров крест и говорит, Нученька, вот тебе травка хорошая, пей ее с молитвой. Может, Господь и поможет, а рук на себя не накладывай. Эта травка особенная. Крестом в землю растет, Божья травка. От наших грехов крест Господень в землю ушел. Стал я эту травку пить, и точно полегчало тех поры и Павел Александрович помер, девочка у меня от него осталась. Ну, я из Березовска уж ушла, тяжело было на людей глядеть. С дедушкой все жила, он меня и травы научил собирать, и какая в какой траве польза. Дочка-то потом замужем была да померла, а мне вот Танюшку оставила. А муж? Муж? Совсем он свихнулся, бодкой зашибал сильно. Давно уж его в живых нет. Ох, грехи, грехи. Танюшка, милушка, облакайся. Может, еще поспем до дождя домой добежать? Старушка заторопилась, связала свои травы, спрятала какой-то узелок в кусты и, простившись со мной, исчезла в кустах. Я тоже пошел и, взобравшись на каменный утес, долго провожал торопливо уходившую парочку. Старушка тащила девочку за руку и скоро скрылась в березовой рощице. Мне с возвышенности видно было все мертвое озеро, тянувшееся верст на пять направо из-за соснового леса выдвигался острый мысик, а за ним бурым пятном виднелась глухая деревушка, где жила старуха. Туча уже висела над головой и совсем закрыла солнце. Было душно. Недалеко пронеслась со свистом стая уток и пала в болото. Вот и первые крупные капли дождя застучали с сухим шумом по зелени. Вот и глухой шум от надвигавшейся грозы, молнии, раскатистые гулки удару грома, гулка, грянувшая около самого уха. Я шагал с собакой через кусты к лесу, чтобы укрыться от ливня где-нибудь под деревом. Спасибо, дорогой уважаемый слушатель. Это был 17-й рассказ в серии «Сибирские рассказы». Всегда лично отвечаю на ваши комментарии, поэтому не стесняйтесь, оставляйте. Будем разговаривать, обсуждать. Тем более, это классика. Здесь есть о чем порассуждать. Вещи глубокие, человечные. Я напомню, что только мы вместе с вами, слушателями, делаем эти серии, эти книги. Если вы хотите поддержать именно эту серию или возможно какую-то другую то лишь при вашей поддержке и появятся дальнейшие аудиокниги сделать это очень просто плюс 7 901 715 27 88 это номер телефона, по которому можно отправить перевод на Сбербанк или Тиньков, или Юмани, или Яндекс.Банк. А также это мой прямой мобильный, мой Телеграм, мой Ватсап. На тот случай, если вы захотите заказать, к примеру, целую отдельную аудиокнигу. Не обещаю, что возьмусь, но если совпадем по вкусам, то обязательно. Также я делаю поздравления по цене букетика цветов, но на всю жизнь. И, конечно, рекламу. Если вы слушали на официальном ресурсе и, например, хотите поддержать из любой другой точки мира, но санкции пугают и так далее, ничего страшного. Внизу есть ссылка на бусти. Там можно слушать, скачать, даже смотреть аудиокниги по всему миру. Также отправить свою поддержку. Это работает по всему миру. Несмотря ни на какие санкции. Огромное спасибо за внимание добра вам и вашим близким. Всегда с любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов.